Мы, женщины, по части красоты научились быть настоящими волшебницами. Увеличить там, где природа не додала, или замаскировать излишки. Но в тренде всегда естественность. А значит, нашего маленького обмана никто не должен заметить. Сейчас можно решить еще одну эстетическую проблему при помощи перманентного макияжа кожи головы. Это называется трихопигментация, либо трихотатуаж. Суть процедуры очень похожа на обычный классический перманентный макияж. Точно такое же используется оборудование, красители, и при помощи этой процедуры мы можем решить проблему редких волос, либо залысин. То есть мы можем создать эффект более густых волос. Кстати сказать, первыми пользователями этой процедуры тату-маскировки были мужчины с целью скрыть редеющие шевелюры. И чуть позже ее оценила прекрасная половина человечества. Эта процедура подходит для абсолютно любого человека, для женщины, для мужчины, неважно, какого будет он типажа, какого будет цвета его волосы. То есть все красители, они подбираются индивидуально и максимально подстраиваются под цвет своих волос. Опасаться боли или долгой реабилитации не стоит. У нас, естественно, происходит небольшое повреждение кожного покрова, верхних слоев кожи. И в связи с этим у нас краска попадает именно в верхние слои кожи. Но эта процедура достаточно малотравматичная, поэтому никаких серьезных последствий от нее, в принципе, быть не может. Все заживает достаточно мягко, в течение недельки небольшое шелушение и все. Но даже если во время процедуры вы все же испытаете легкий дискомфорт, результат вас не разочарует. Примерно эффект от процедуры сохраняется 1,5-2 года, иногда больше. Это зависит от того, какого типа у нас кожа у клиента, кожа головы. Чем жирнее кожа, тем чуть-чуть побыстрее выходит краситель. А чем кожа тоньше, суше, тем она держится все это лучше. Естественно, краски тоже имеют значение. Качественный сейчас рынок очень большой красителей, поэтому можно выбрать очень качественные красители, и результат будет радовать очень долго. Сама процедура недолгая, но в некоторых случаях требующая нескольких сеансов. Так, сегодня у нас с тобой процедура коррекции. Будем добавлять еще немножко визуальной густоты с одной стороны по линии роста волос. Попробуем создать еще имитацию натуральных волосков. И также еще пустим немного больше тени, чтобы у нас максимально сравнялось все с другой частью. Эту процедуру выбирают многие клиенты, но некоторым специалист все-таки откажет, потому что есть противопоказания. Естественно, беременность, это лактация первые 4 месяца, это сниженный иммунитет, это кожные заболевания в стадии обострения, ну и еще какие-то есть небольшие противопоказания, которые можно узнать у своего мастера. Итак, процедура трихопигментации или трихотатуажа способна выровнять асимметричную линию роста волос, замаскировать заметные участки, просвечивающие сквозь прическу кожи головы, и сделать ваши волосы визуально более густыми и объемными. Молодцы косметологи, научились решать и такие эстетические проблемы.